сегодня будем сажать новую аллею. Аллею, посвященную нашему уважаемому Фикрату Табиеву. С таких нот начался субботний день в школе Нормы 36. С лопатами в руках папа и мама вместе с детьми пришли преображать дворик учебного центра. Акция «Зеленая волна» стартовала 13 октября. Главным организатором экологического мероприятия выступило градообразующее предприятие «Нижнекамск-Нефтехим». Заводчане планируют высадить около 370 саженцев – сосны, дуба, клена. Силами департамента строительства предприятия в школу уже завезли 50 стройных красавиц. Я, в принципе, приветствую, наверное, это каждый приветствует, да, любой руководитель, любой гражданин нашего города, который все-таки болеет душой, чтобы наш город цвел, будем так говорить, и зеленел. Поэтому департамент строительства тоже принял решение поучаствовать в этом деле. Мы привезли 50 саженцев, лишь бы они все выросли, чтобы через 10-15 лет мы могли сюда прийти и увидеть плоды результата. Жители нашего микрорайона, учащиеся школы, а также будущие наши первоклассники вместе со своими родителями. Это воспитанники детского сада. Мы все вместе сегодня сажаем деревья. Это липы и рябины. Саженцы для посадки берут из Нижнекамского лесничества. До конца октября структурные подразделения «Нижнекамск-Нефтехима» высадят зеленые насаждения на всех закрепленных за компанией участках. А именно в парке нефтехимиков, возле школ, детских садов и на объектах социального значения. Опа! Участники акции не только сажали деревья, но и прибрали территорию. От мала до велика никто не жалел силы перчаток. Ведь каждый знает, как важна зелень в городе. Так облагораживаем не только нашу школу, но и наш город. Так я считаю, чем больше деревьев, тем чище воздух. Новая школа, новые деревья, новый район. Озеленяем. Во-первых, для красоты. Во-вторых, для благоустройства двора школы и аллеи Табиева. Я посадила дерево возле школы, я этим очень горжусь. Название акции «Зеленая волна 2018» говорит само за себя. Недаром цель мероприятия – обернуть Нижнекамск в зеленое покрывало. Обязательной традицией для всех участников акции стала вот такая символичная ленточка. В будущем по ней можно будет узнать, когда и кем посажено это дерево. Айслу Хафизова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим».